На южно-донецком направлении передовыми подразделениями группировки «Восток» при поддержке минометной батареи пресечена деятельность разведгруппы противника в районе населенного пункта «Сладкое». Ликвидировано трое боевиков. Огнем артиллерии уничтожены наблюдательный пост и опорный пункт противника. Ликвидированы шесть боевиков. Средствами воздушной разведки в районе населенного пункта «Новоселка» было вскрыто скопление автомобильной техники и живой силы противника. Расчетами самоходных артиллерийских установок АКЦ уничтожены пикап, грузовой автомобиль и пять боевиков. На запорожском направлении силами и средствами разведки в районе населенного пункта Каменская выявлен пункт временной дислокации противника. Огнем из ПТУР-Корнет объект уничтожен. Ликвидированы 5 боевиков. В рамках контрбатарейной борьбы комплексом артиллерийской разведки «Пенициллин» обнаружено и уничтожено расчетом самоходной артиллерийской установки «Малка» гаубица американского производства на огневой позиции в районе населенного пункта «Приморская».